налью шестик и желаю вам хорошего просмотра. Так, мы уже это все собрали. Сейчас идем вот сюда. У нас уже они собранные. Подожди. Я думаю, вот так. И другую. Не, не так. Вот так. Да. Ой. Лишь кровь и смерть, да? Не знаю. Так, я сейчас пушку возьму. Надо же. Я думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? Оу, так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранда будет очень довольна. Ловили меня. Да не ной ты. Почти пришли. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим в них кровь и наполним ею для вас бокалы. То есть... Да заткнитесь нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше отдай его мне, и тогда все поразвлечут. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да-да-да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь ты. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды? Для тебя твои железки важнее, чем любая. О, конечно! А ты все жрешь! И тебе вечно мало! Эй, меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо, мать. Твари и господа! Газ веселья! Давайте начнем игру! Из какого интереса? Итан Уинтерс. Готовься. Нет, стой! Десять. Девять. Ну понятно, все было сопрано. Семь. Шесть. Иди давай, блядь. Пять. Четыре. Три, два, один! Ну пиздец, он подождал. А, господи боже! Беги, беги или умрешь! Да, я думаю туда.
Итан! Итан, да. Давай, Итан, быстрее беги. Ё-моё. Быстрее. Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. Оу! Ну ты я знаю, когда. Что я тебя отпущу? Сюда становимся. Мне все. Нужно развлекать Донну и Моро. Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. Обожаю свежий фарш по-американски. Вроде жив. Да. Стоп. Розовые... Этих психов? Я что, возьмем ствол? Если эти уроды тут, блядь, выйдут. Это где мы сейчас вообще? А вот тут. Так, подожди, тут вот что-то было, да? А что-то могло быть? Мне интересно. Ну-ка, давайте назад. Посмотрим, что там было. Бля, оно закрыто, да? Закрыто. Ну ладно. Мы хоть на улицу. Я думаю, сейчас пока миссий тут не будет. Вас-то я и ждал, мистер Уинтерс. Откуда вы меня знаете? Высший свет от таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок, вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. Ах, да. Хо-хо! Таких товаров даже я еще не видал. Давайте посмотрим, что тут за товары. Что сказать, товары нормальные, да? Ух ты, нихуя себе. Вот, на что я вы глаз. Я сразу это возьму, да, это сразу я глаз положу. Потом, на что я еще глаз положу? Это что, так... не терпится испытать? Можно повешать. Так, и на ствол можно повешать тоже. Пускай так будет.
Сожалею, но я не делаю скидок. Ну это же мод, блять, а не скидок делаешь. Так, и все, да? Это у нас тут прокачка уже идет. Тут у нас что идет? На продажу все, да? Мы можем продать. Мы можем вот этот камушек продать за 2000. Я его и помалу, помалу, а там, глядишь, будет много. Да, да, конечно. Так, Винчестер. Винчестер я не знаю. Я хорошо помню, что прокачивать там не надо так, да? Очень много пушек не надо прокачивать. Почему мы попадем уже в другой? И там уже другие пушки будут. И они уже дороже будут стоить. И их тоже придется купить. 8 штук. Не хватает. Так. 8000. Блядь, пиздец у тебя сцены. Сцены у него нихуевые. Ясно. Что-то еще. Ну подожди, что-то еще. Так, это чё? Интересный выбор. Я думаю, я это не продаю, да? Купить, да, это я покупаю у него. Но деньги что-то и остались. Ну-ка, блядь. Заходите еще. Отебись, покамись. Где это? Нет. Ну это была такая халява, как на покамись. Вот эта пушка тоже охуенная. Блядь, ебашит только так. Вот, мы ее и будем, я думаю, прокачивать. Вам будем. Что-нибудь подсказать? А, так, давай еще посмотрим. Нет, ту пушку нельзя прокачать. Ну, жалко. Жалко. Так, это что у нас получается? Тоже нихуя не хватает. Тысяча. Да, понимаю, почему вам это приглянулось. Не обращайте. Ладно, прокачать мы еще ничего не можем, да? Почему нам не хватает? Ну я хорошо помню, что тут не надо так очень пушки прокачивать. Почему они мне все равно не нужны будут? Их придется потом продать и уже новые купить. Бля, вот этот дом меня бесит просто. Че, мы сразу тут начинаем? Может, Роза здесь? Да, дурак ты. Нахуй ты сюда зашел? Этот дом меня просто бесит. Так. Тут все выключено. Но тут потом все заработает. Так, тут еще что-то есть. Книжка какая-то. Травка. Отлично. Так. Тут все, да? Отлично. Тут тоже что-то есть. А что тут может быть? Понял. Камушек. Все. Ладно, идем дальше. Тут ничего нет. Но тут тоже есть что-то. Патроны. Отлично. Так, потом. Можно выходить. Так. Помню эту игру. Мы будем тут
мамашей. Да, с мамашей будем дряться. И с двоими дочерями. Или троими. Вот они. А, их трое. Да, кровь. Ты жесткая тварь. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А ну-ка, посмотрим. О, Итан Уинтерс, ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама. Да, мама. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Уинтерс. Отпустите меня! Ссора чокнутых ведьм. Так, Итан. Тут что-то может быть, да? Да, боковчик. И все? И все. Ну, хорошо, что пушки не забрали. Тогда было бы нехорошо. Так, тут что-то есть, да? Говорят, вот что-то есть тут. А что тут есть? Я не знаю, что тут может быть. А. И что там? А, понятно. И потом. Подожди, Итан. Потом, тут еще что-то есть. Тут что-то есть. Вот сейчас можно идти.
Тут тоже что-то есть еще. Тут может быть только... Я не знаю, ну, может быть... Может быть, камушек какой-то тут есть. Или тоже нет. Кажется, я ничего такого тут не вижу. Что тут могло быть? Да, не стоит красно, да? Так, ну-ка. Нет, да? Ну это понятно. Там я уже был. Мне не надо туда уже. Что-то еще тут есть. Отлично. Вот сейчас тут ничего нету. Куда они забрали Розу? Откуда я знаю? А это что было? А, помню, 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 помню. Это вот мы трое сестер убьем, и еще одну мы найдем. Походу. И у меня они будут. Помню, что-то такое было там. Хо-хо-хо. Мы снова встретились. Герцог, зачем вы здесь? Как он сюда залез? Подзаработать. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да и, кстати, купите что-нибудь. Да пошел ты нахрен, тебе, блядь, все дорого, блядь, покупать. Так, это надо тут что-то... Так, ну тут все хорошо, можем захорониться. Это уже мне что-то... Что-то нравится. Что-то нравится. Так, ладно. Идем дальше. Еще патроны. Отлично, у меня столько патронов. Ну, я знаю, эти все патроны все уйдут, да? Радоваться тут нечего. Патроны у меня потом все уйдут. Огонек. Так. Может, тут что-то есть? Нет, там ничего нет. Там ничего нет. Ладно, идем наверх. Идем наверх.
Может, наверху что-то будет. Вот это ты не надо, ладно? Вот это ты никогда больше не делай. Нож всегда бери. Всегда нож бери. Закрыто. На такую хрень мы патроны не будем тратить. У нас нож есть. Блин. Так, это что у нас тут? Тут тоже ничего такого нет. Нет ничего. Нет ничего. Может тут? Патроны. Ладно, потом проверим. Тут нужен нам глаз. Глаз у нас есть? Нет? Почему нет? Вот он же глаз. Подожди. А почему нет? У нас же есть глаз. Давненько я мужиков беги. Не вскрывала. Нахуй иди. Я тебя повешу, вскрою глотку и буду снова. Взять живым или мертвым? Сам что выберешь? Все, ловим. Всем пока, мись. Убегаем, да? Ты станешь чудесным украшением нашего зала. Просто убежим. Потом мы туда придем, все заберем. Так. Тут что-то есть, да? О. Сейчас ничего нет. Просто надо все... Это мамаша. Надо просто все смотреть, да, что не пропускать. Почему потом мы можем просто запутаться. И... не будем знать, что делать тут. Так, подожди, тут еще что-то есть. Тут еще что-то есть. Любому. О. Вот сейчас тут ничего и нет. Нет. Так, да. Оп. Ага. Можно было, конечно, взять ствол, выстрелить. Но я не хочу патроны тратить, да? Блин. Не хотелось мне патроны тратить. Ну-ка, давай, Итан, прибежка. Ага. Так, это потом. Потом. Мне еще вот тут надо проверить. Закрыто. Ну тут что-то есть. Тут по-любому что-то есть, но я это просто не вижу. Нет, шкафы. Нет. Ну я ничего такого не вижу. Хм.
Может, потом будет. Когда вот эта, блядь, дверь откроется. Тут ничего такого нет. Тут ничего не было. Нет. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Не будем задерживать время. Идем дальше. Ну тут я все забрал, да? Да, тут я все забрал. Все забрал. Так. И... Ну-ка, включи свет. Угу. Ну, уже все тут. Ну, хватит, блядь, там стрелять. Нового года еще нет, блядь, уже стреляют. Что за люди, блядь? Так. Ну тут тоже есть что-то, да? Тут по-любому есть что-то дофига. Так вот сейчас я просто хожу и туплю. Давайте прогуляемся туда быстренько как-то. Ну я пока ничего не вижу. Хрень какая-то. Так, тут уроды. Почему я их уже слышу? Тут уроды эти. Да я думаю, нет, туда не надо идти. Ладно, идем сюда. Идите, суки. Вон они идут. Блядь! Не, нахуй, это так долго. Ну-ка, тихо. Ну, тихо. Сука, сколько ей, блядь, патронов? Блять, а? Открывай нахуй калитку эту. Сука, все патроны свои потратил.
конечно, не все, но почти все. Пять патронов. Чё, эту суку убить? Да вы чё, поохуели? Пять патронов. Чё, убить эту просто стерву? Сейчас мы еще раз попробуем. Я посчитаю, сколько патронов. Если тут еще одна стерва будет какая-то. Раз. Два. Три. Четыре. Ладно. Это уже не на нее. Подожди нахуй. Что-то они вообще похуели, блядь. Ну-ка на тебе нахуй вам подарок. Ёбаный в рот, блядь. Твари, блядь. Ёбаные. Их еще тут, сука, есть. Посмотри, а. Ладно. Еще живой. Два. Ладно. Они как-то быстро умирают. На большом они быстро умирают. Два патрона, и они все. Уже легли. Это мы все уходим, да? Да, это уже мы все уходим. Нет, надо тут что-то посмотреть. Тут еще что-то есть. По-любому. Тут что-то еще есть. Так не может быстро. По-любому тут камушек какой-то есть. Или, может быть, я что-то забыл. Что я мог забыть? Тут я смотрел. Тут я тоже заходил. Понятно. А что там нужно? Понятно. Нужен ключ. По-любому нужен ключ. Без ключа ты никуда. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Опять эта сука за мной бегает, а? Стерва долбаная. Заебала на меня просто. Ты станешь главным блюдом. Заебала ты меня, дура. Кровь здоровья. Куда ты собрался, дорогой? Пули мне не страшны. Ты
сейчас. Иди сюда, дура. Иди сюда, иди сюда. Блядь, чего? Ой, не поняла на меня. Как ты смеешь жалить на нас зубы? Где он, сука? Блядь! Ты это, сука, сумасшедшая тварь, а? Я тебе глотку и запущу внутрь червей! Я тебе поверю, дура. Пошла нахуй отсюда, дура. Поверить не могу. Ну вот, а я радовался, что у меня столько патронов. Я устала с тобой сражаться. Да пиздец, я тоже. Иди сюда, сука, сейчас винчестером ты получишь меня. Только нет. Надо было сразу так, и все. Убить ее и все. Могу устроить экскурсию. Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент услуг.
Извините, звонили. Вот, пришлось микрофон выключить. Так, тут по-любому тоже что-то есть. По-любому же тут что-то есть. Если тут что-то не было бы, красное такое не было. А что тут может быть? Я не знаю. Так, ну-ка. Нет, ты смотри себе. Там ничего нет. А вот тут что-то есть. Может, камушек? Давай возьми такую пушку. Еще что-то есть. Еще что-то есть. Только вот что? Я не знаю. А, все. Камушек. Все. Ладно. Отлично. Так, что я думаю, мы пойдем первое. Первое мы пойдем. Ну, давайте сюда. А, хрень. Сейчас. Ты смотри. Говорю, губы раскатал. Рассмештался. Там нужен ключ. Ладно, давайте сюда. Как слон тупает, блядь. Как слон тупает. Отлично. Идем наверх. Идем наверх. Да, ненавижу этот дом. Я когда первый раз тут проходил... Ой, что ты сделал с моей дочерью? А, ну, бля, выебнулась, да? Пришлось ее и потушить. Успокоить. А, вот, я когда первый раз проходил тут, блядь, я так мучился в этом доме. Я думаю, мы тоже тут помучаемся еще раз. Я уже все забыл, что тут делать. Карта, новая карта. Это хорошо, новая карта, это я знаю. Тут надо как-то их сделать ровно. Так. Ненавижу этот дом. Просто, не знаю, блядь, терпеть не могу этот дом. Самое хуже, он меня всегда бесил. Так. Отлично. Так, идем сюда. И тут надо... Тут надо... Как я помню... Тут надо как-то их поставить, да? Так вот, блядь, я не помню как.
Нет. Я думаю, вот так. И вот так. Да, вот. Она ей дает бокал, а она ей хочет налить. И лошадь смотрит сюда. И сюда. Нет? Нет. Хуй. Не то. Вот так. Так, подожди, тут ничего нету такого. Нет, тут нужен ключ. Нужен ключ. Ну, мы, я думаю, мы его найдем, да, этот ключ. Потом попозже его там все уже откроем. Так. Ну, Итан. Ну, ёпта, ёпта. Итан, блядь. Идиот. Какого чёрта? Вы понять, я знаю, что тут твари будут. Вот это я знаю. Чё, какого тут чёрта? Тут сейчас эти твари будут. Их не так много будет, я думаю, но их тут будет. По-любому. Так. Ебаный твет. Я же сказал. Я же сказал. Давай, вылазивай. А, ну ладно, вы меня откружить хотите, да? Все понятно. Так. Патрончики. Пошел нахуй отсюда. Инчестнера. Так, отлично. Чё? Один патрон? Да ты чё? Это когда такое было, блядь? Один патрон. А? Что-то я это, блядь, не помню. Один патрон. Типа как-то, блядь, были жесткие. Так, ладно. Комсу папочка. Ебиц. Док. Док. Ебиц. Док. 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 Чё, ты поохуела, что ли, а? Три патрона. Ну ты совсем, блядь. Вот стерваны, а. Ну, ну что такое за хрень? Так вот, ну что ты делаешь, Итан? Зачем ты это сделал? Не надо это так делать. Три патрона на эту стерву я. Просто. Три патрона. Представьте себе, три патрона. Может, близко надо подходить? А это один патрон. Я думаю, надо... надо подходить близко. Надо подходить близко, и будет все хорошо. Ну, если ты близко подходишь, да, они тоже могут тебя и сапнуть. Вот. Тоже как-то не так хорошо. Сука, еще один патрон придется на меня потратить. На эту стерву. Так, там что-то я не собрал. Что тут можно забрать, я не знаю. Камушек по-любому тут нет. Или есть камушек? Тут что-то... Что-то тут осталось. Ну, я не знаю, что осталось только. Давайте туда пойдем. Потом сюда. Тут уже закрыто. Понятно. Ну, это я сейчас назад иду, да? Это я иду сейчас назад. Я иду назад, да. Может, тут просто что-то есть? Вот.
Не, ничего такого не вижу. Что тут что-то было. Может, эту закрыть? Ладно, давайте закроем, похуй. И так закроем. Ну, все равно никакого пункта нет. По-любому тут есть какой-то камушек. Вот. Я так думаю. И этот камушек я просто не вижу. Ладно. Блин, ну хотелось найти, да? Хотелось бы найти. Ну ладно, пофиг. А, вот, все. Тьфу, блядь. Сапошара. Так. Бары, блядь. Я, блядь, хотелось тут. Да подожди. Нет, у меня ничего такого нет, да? У меня, блядь, гранат нет, ничего нет такого. Че, ебануть просто жестко. Пиздец мне. Нет, мне не пиздец еще. Блять, сука, вот видишь, как наебало? Просто взяла меня, наебало. Сколько вас, сук, там? Наебало. Подожди, блядь, не так быстро. Там надо тоже посмотреть. Еще нет, еще тут что-то есть. Камушек я никакой не вижу. Камушек я никакой не вижу, да? А, может, оно там где-то? Я ебал, брат, этих тварей ебал.
Иди нахуй, Итан, уходи, блядь. Надо эту хуйню сделать. Можно как-то сделать ее? Да, можно. Ой, стерва, столько патронов на этих уродов потратил, а? Можно было пробежать, конечно, но не хотелось бы пробежать. Вот. Тут я еще хочу это все собрать. Так. Сваливаем отсюда. Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю. Нет, матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Да к черту церемонию! Эта тварь заплатит мне за все. Так. Так, мы сваливаем отсюда. Вот это я лучше знаю. О, мой. Роза, где ты? То все тут закрыто, да? Интересно. И что делать? Вы что хотите сказать, что я этот? Ключ проебал. Вот он, бля. Твою мать. Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь? Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду. И уничтожу! Да, Итан... Покажи свою силу! Да боев, что ли, Итан? Какая нахуй сила, блядь? Тебя сотрет, как порошок, блядь. Обидел он ее. Очень. Очень сильно. Он ее обидел.
Опять такие здания ебаные большие. Ебать! Не пытайся убежать. Я разорву тебя. Вот она, сучка. Ты не увидишь свою дочь. Так, бегом. За оскорбление, нанесенное дому Димитрасу. Пиздец, короче, мне, да? Не пиздец, короче, я понял уже. Сейчас мы на нее ебем ее быстро. Надо взять. Блять. Надо просто ее наебать, руку взять и открыть. Я это уже помню. Тоже. Сейчас мы быстро это сделаем. Блять, мы время уже подходит и уже надо заканчивать. А мы еще, блять, тут. Сколько там? Ну, нормально. А, блядь! Пропусти. Мы это уже ты видели, да? Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Иди сюда, ебанутка. Тебя сейчас наебу просто. Вот я тебя и наебал. Хорошенько. Ебать ты вороты. Я ебал в рот тебе вороты. Нормально. Итан, беги, блядь. Беги и не думай нахуй поворачиваться. Все, спасибо. Ты не сбежишь! Я уже сбежал. Блять, там что-то видишь? Ну и блять, там что-то и было. Ну похуй, ладно. Да ебануться, Итан. Так, идем захороняться. Ну нахуй пошли. Говорят. Так. Сразу можно поставить. Подожди, а у меня какая? Вот она. Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Я расширил ассортимент услуг. Прошу, ознакомьтесь. Ой, ну давай посмотрим, что у тебя есть там. Здрасте. Угу, здорово, здорово, блядь. Тебе не хворять. Так, что тут есть у нас? Патроны? Ну мне это не нужно, да? Нахуй мне это нужно? Урон. С ним я так не играю, я тем играю.
что покупаем. Так любил приговаривать. Ну-ка, подожди. Спасибо. Да пошла нахуй с вами, спасибо. Так, сколько у него тут? Позапишите что-то конкретное. Мы еще встретимся. Можем посмотреть. Возьми его. Урон, да? 130. А у него... Блять, он слабый, да? Он хороший, но, блять, он слабый. Ну что ж, смело изучим. Давайте прокачаем, похуй. Так, зарядка нет. Что? А, все хорошо, я закончил. Перезарядка. Перезарядка. Ну, давайте перезарядку. С удовольствием. К сожалению, сука, у вас не хватает средств. Да я знаю, этого. Что не хватает. Не пиздец, сейчас будет все хватать. Распизделся тут мне. Че покупаем? Так любил приговаривать один мой друг. Одну минуточку. Все, нормально, хватит, покамись хватит. Интересных приключений. Так, сохраняемся. И давайте мы прощаемся. Пока мы подписывайтесь, ставьте лайки, и мы с вами уже скоро увидимся. Всем пока.